Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube-канала про установление. На продажу в России была выставлена лимитированная версия ЗИЛ, довольно редкий грузовик, который редко можно встретить на дорогах или тем более в продаже. Это глубокая модернизация грузовика ЗИЛ-4331. Но он сильно отличается от автомобилей предыдущего поколения, как и внешне, так и в техническом плане. Это ЗИЛ-4331-80, именуемый как Тапир. Он получился внешне привлекательным и узнаваемым, благодаря удлиненной в процессе компоновки нового двигателя передней маски капота с новой облицовкой радиатора круглой формы. Завод ЗИЛ экспериментировал со внешностью. Автомобиль выпускался мелкими партиями. Грузоподъемность была увеличена до 8900 кг и установлен усиленный 10-тонный задний мост, а также задний стабилизатор устойчивости, кардан крестовины образца КАМАЗ, подвесной опорный подшипник от МАЗа. Был установлен 6-цилиндровый турбированный дизель с интеркулером MMZ-D260.11 Евро-2 мощностью 180 лошадиных сил, а также ТНВД рядный ЯСДА. Мотор работает в паре с коробкой передач КАМАЗ-152 с делителем, механическая 10-ступенчатая, состоит из основной 5-ступенчатой коробки передач и переднего 2-ступенчатого редуктора делителя. Объем производства грузовика был сравнительно невелик. Выпускали две версии грузовика: автомобиль 43-31-80 и шасси 43-31-82 под различные надстройки. ЗИЛ получился крайне удачным, и даже спрос на них был, но по непонятным причинам выпуск был ограничен. Цену на этот грузовик владелец не сообщает. Предположительно, я думаю, где-то 1 миллион рублей. Не забудьте выразить свое мнение в комментариях. На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!